Сегодня я расскажу, как устроены меха от часов с кукушкой. Меха представляет собой такую конструкцию несложную. Вот такой цилиндрик. Там внутри отверстие. Здесь типа свистульки с отверстиями сбоку. Вот они, отверстие оно. Вот. А эти сами меха. Вот. Когда нажимаешь, издается вот такой звук. Сейчас вот так поставлю. Так, это такой звук. Другие меха чуть подлиннее. Тоже внутри трубочка. Тоже вот отверстие тут. Но у них звук маленько другой. Сейчас. Вот так вот. Их можно установить на другие часы. То есть, если часы у вас, допустим, меха не работают, можно снять от других часов. Крепится непросто. Тут есть специальные такие крючочки сбоку. Вот они, крючочки. Вот. На них крепится рычажок. И когда кукушка кукует, вначале один рычажок, потом второй. Двигаются и получается ку-ку. Ну, пожалуй, все.